Привет, сегодня у меня мукбанг. Хватит, спасибо. Сегодня у меня мукбанг мимоза. Чуть-чуть салата со свеклой, с чесночком. Чаечек. Анюта мне сделала чаечек. Ну, я сам налил, она просто кипятка налила. Заварной чаечек. Какая-то красивая. Ну, грязная. Ну и вот такой йогурт. Чудо йогурт апельсиновый с сочной мякотью. Но я, наверное, после мимозы его съесть не смогу, да? А что ты? Накрась. Посмотрите, все, сейчас пойдет. Там время идет. Это чай она пьет специально, по-особенному. Для чего ты это делаешь? Горячий. Чем мне, блин, горячий? Тут меня изображает. Дуть, что ли? Ну да, как. Ищу салфетки. О! Ой. Ищу салфетки, вы на них стоите. Не обращайте внимания. Это у нее припадки. Специально делать это на нет. Да. Ну хоть поржете. Ну когда я последний раз так чай пил? Когда сел поговорить с вами, поговорю с ней. Тебя неделю дома не было. Когда? Неделю назад. Я его редко пью. Но метко. Сейчас не горь. Вот это, если кто вчера видео смотрел, заварной чай. Как он? Ричард. Он вкуснее, чем этот. С бергамотом и апельсином. С бергамотом, да, и апельсином, но он вкуснее, чем в пакетах. У него привкуса гораздо больше, мне кажется. Заварной всегда вкуснее. Это так же, как кофе, который зерновой, и вот порошок. Разница есть. Зерна же вкуснее кофе. Ну, их молишь, ну да. Я в кофе толком не разбираюсь. Ну, есть же разница в кофе. Я уже не помню зерновой. Зерновой, ты хоть раз его молотила здесь? Я тебе варила же кофе здесь. Варила кофе мне? Не помнишь? Черная такая турка была, круглая, как этот, как маленький ковшик. Как это было? Я варила же кофе. Ну, варила. Варила кофе она мне, видите, даже такое было. Ну ничего.
Я думаю. Чё? Приятного аппетита. Спасибо. Хотел суп. А чё я не буду? Думаю, что рано еще. Его если греть, то стоит кастрюльки маленькой. Я понял, знаю. Смысл большой греть. Я думаю, потом поедем с тобой. Когда приду? Может. Ты же быстро на такси туда-обратно. Сейчас забалу давай вызовем заранее. Что их искатывать надо? Для чего они нужны? Забалу вызовем. Все равно больше не будет. У меня есть. Куда доедешь? Обратно за бабки. Просто что их копить? Сейчас, правда, лошадь скажет. У меня машины заняты. Ну, мы за полчаса вызовем. И принципиально скажем, полчаса мы будем ждать. Пусть едет. Да? Он едет как тогда через 5 минут. Помнишь, как она сказала, как у нее нет свободных машин, нужно будет ждать. Да, подождем. Через 5 минут машина подъезжает. Ну ты-то уже собрана. Тебе что надо одеть? Джинсы. Юбку там, платье. И все, алло. Ты же уже все накрашено. Прическа сделана. Линзы одеты. Брови подведены. Нос напышен. Все. It's my life. Пользуясь случаем, передаю всем привет огромный. Ярик, здоровья тебе побольше, лечись, выздоравливай, чтобы все хорошо прошло. Завтра операция будет. Сегодня подготовка. Откуда я знаю, как? Я так и ничего не понял только. А потом. Не умею я вот так вот есть. Ивановы так не едят. Я заметила. Да? Говорит, закинули нормально, поели. Даже София давит постоянно. Ну это есть кого. У нее просто. Ну хотя давится-то может в меня. Ну ты-то пожрать-то. Ой, поесть, извините. Поесть так я не верю, что тоже не любишь. И если взять, допустим, поварёшки, то твоя поварёшка будет гораздо больше, чем моя. Ты за один раз 3 ложки можешь вот так вот. А я одну.
Поэтому у тебя кузов 3 раза больше, чем у меня. Потому что ты голодаешь. Ну, у меня я там в кого-то по родне пошел. Гена, скажи. Такой хлеб. Смотри, ну это не волосы, а этот. Как-то он такая структура у него, прикинь. Сверху у хлеба структура, как будто нитки. Прядь, знаете, прядь. Поговорил с ними. Прядь. Она такая расслоенная. Ты рыбу кормил? Да, с утра же встал, покормил сразу. Им еще корм надо покупать уже. Потому что пока я был в отпуске, кто-то им почти весь корм, мне кажется, скормил. В каком отпуске? Ну вот я в командировке был когда. А скажи, запой. Почему в запое-то? Я же там не пил. Один день. А где командировка это была? Два. А? А здесь по месту жительства. Ой, спасибо. Пожалуйста, с вашего позволения, йогурт не буду есть. Где пряники? В холодильнике. Я эти ушки достану. Давай. Быстрее. Можешь помедленнее. Так я уже наел. Вечером сними, как сидишь. Пряники. И на волнушке, скорее всего. Я говорю, хорошо. Ну, а что нет? Совестные. Ну и вот. Я не пойму, что ты смеешься. Ушки с корицей. Но не очень свежие. А вот эти пряники. Бомба. Что вот смешного? Мне вот на вас хейтеров, знаешь, уложил. Сними вечером. Сейчас три ногу подготовлю, свет. Сигарет пачку положу с зажигалками. Ну, ароматизаторы. Видите, какая разница, зачем вам ароматизаторы?
чтобы все было идеально. Атмосферу все создаешь? Конечно. Камера снизу, камера сбоку, камера сверху. Ну и все, и нарезочка пошла. Ой, наелся что-то я. Еще один пряник. С начинкой, с черничкой. Со смородиной. Со смородиной. А я не вижу отсюда. Так завтракать нельзя. Это очень опасно для здоровья, ребят. А так что, все нормально. А то он в чате, это в телеграме там. Ну, они, наверное, на меня льют сверху, как обычно. Но я клал на ихние поливания. Так что, что, у нас были ушки, пряники, йогурт, потом, попозже, мимоза и чуть-чуть свеколки. Ну и чай, ведерко. Спасибо, дамы и господа. Вам приятного аппетита. Опять я когда сажусь есть, забываю вам пожелать приятного аппетита. Я напишу под видео вам приятного аппетита. В чате пишет. Подписывайтесь в телеграм-чат. Кто слабонервный, лучше не подписывайтесь, потому что это... Кто со стойкой выдержкой, кто выдержит этот напор, то еще тогда давайте дерзать. А так, я вам не советовал. Ну вот так вот. Короче, ладно. Все. Всем пока. До скорых встреч. Всех люблю, уважаю, ценю. Скажи пока.